Арарауруру, айрарайрароруру. Нет, не обидел. Добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Здорово, Славик, что ты там, как клякса там, мигаешь, я не понимаю. Дратати, 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 Это дратати. опять происходит, Славик. Вспышки. Что со мной? Ты свободен. Ты голос из тьмы, между прочим. Ты сломлен. Ты должен обрести равновесие, победить хаос внутри. Не дай своим кошмарам просчитаться в реальность. Просочиться в реальность, Сал. Найди опору. Не слушай его, Сал. Поддайся своим снам. Поддайся хаосу. Только так ты сможешь найти себя. Слишком опасно, он не готов. Следуй зову сердца, дитя. Нет, прислушайся голосу разума. Кто вы? Мы все. И ничто. Ну, как я так и знал, что сейчас такая шляпа будет. Базар вокзал. Где я? Ты везде и нигде, понятно? Ты был здесь всегда, понятно? А да черт с вами, натуре. Пошли в сраку. Опа, сады ты видел? Мне кажется, мне даже Нормально. идти Что за тяжело. Марио? Интересно, а какой, есть какой-то смысл, куда я иду? Не знаю. Да, вон хатка, смотри. Хатка, дубка, хатка. Дом в пустоте. Дубка Так и пухата. назовем сериал свой. Дом в пустоте. Черная комната. Наверх. А, типа, надо выбрать? Бля, я только начал, блин, мне уже какой-то выбор заставляют делать. Слайк, пару слов туда-сюда. Пару слов сюда-сюда, выбирай. Я не знаю. Да Я какая не... разница, когда выберешь, то и выберешь. Не, ну так не это. Так не, я не люблю такие приколы. Ладно, давай сюда. О, это батька, наверное, по-моему, программист. Ну да. Здрасте. Я рад, что ты не забыл, где меня искать. Я вас знаю. Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Погодите, Джим. Когда-то я был им. Часть меня была. Я пошел на огромные жертвы, чтобы попасть сюда. И многое потерял на пути. Понятно. Загадки мне обеспечены. Ваша семья. Мне так жаль. Эвелин, Ларри, Лиза. Мне тоже было жаль. Раньше. Мне казалось, что я могу спасти их, изменив будущее. Я желал только этого. Лиза с Ларри были светочем моей жизни. Я никого и никогда так сильно не любил. А, это батя этого, походу, Ларри. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое рано или поздно умирает. Я помню, каково это жить, чувствовать. По постоянной буре эмоций я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния, я не смог их остановить. Я зря умер, я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе теперь не все равно. Вы опять про это дурацкое пророчество? Никакой я не избранный, не герой. Я никого не сумел спасти. Не бывает избранных героев. Бывают только люди, которые выбирают героические поступки. Победа или проигрыш. Свет или тьма. Добро или зло. Это больше не имеет для меня значения. Но я все равно хочу тебе помочь, если ты согласишься. Да как я могу быть на такое способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даровав тебе необыкновенную способность. Ты человек-паук, Слайк. Ты можешь проникать в параллельные миры, но сперва придется потренироваться. А как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто, но я подготовился к этому к твоему приходу. Я смастерил устройство, которое тебе поможет. Твоя подруга Эш уже поставила устройство над твоей могилой. Это замечательно. Но с устройства большей частей их
нужно собрать в трех мирах, в которых они спрятаны. Три пирамиды. Асинтмы спрятаны в трех головоломках. Ты должен их собрать. Твою мать. Мы же сами спрятали эти пирамиды астмы, короче. Будем астма, понял? Маша, астма. Да. Или как их там? Вы не можете их принести? Это невозможно, я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же я стер из своей памяти решение головоломок на случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся. Красавчик. Толку ну, показывай, чё? Ну, чё ты в натуре? Доставай, показывай. Чёрт ты, Вася. Да уж. Ну, хоть время выиграю. С чего мне начать? Какать срочно. Раньше здесь была дверь. Покакать. Минуточку. А вот же она. А, вижу, вижу, да. То и путь начнется с этой дверью. Будь начеку. Коридор. Дриц-дриц-коридорчик. Ну все, заходи в первую. А, понятно. А в чем прикол? Так, значит, заходи во вторую. Ты должен собрать три пирамиды. А куда ты пошел? В дверь заходи. Это портал. Опа, Генри, боюсь, переехать мы все еще не можем. Дом выставлен на продажу уже 4 года. Это важный шаг, и я надеюсь, что вы сможете сделать его в ближайшее время. А пока, думаю, кот будет большим подспорьем для Сала. О, гузно. Его состояние сильно улучшилось за последний месяц, с момента, когда ему было рекомендовано завести котенка. Вы уверены, что он готов вернуться домой? Он более чем готов, Генри. А вы уверены, что готовы? Да, я буду рад, если мой сын вернется домой. Ха! Неожиданный поворот на туре. Да, что за Микки Маус, блин? Ты пробудил душевную связь. Поначалу ощущения могут быть странными. Если честно, ничего странного. Словно я всегда здесь был. Словно я наконец-то проснулся. Меня напрягало это странное чувство близости. Но мы с тобой разные. В доме ты найдешь первую пирамиду. Принято. Письмо от Лэшли. Сал, прости, что сразу тебе не поверила, и отчаянно пыталась всем помочь, а теперь все рушится у меня на глазах. Я надеюсь, что еще не слишком поздно, надеюсь, что я смогу исправить свои ошибки. Хочу, чтобы ты знал, я. И все, конец. Наверное, ее что-то отвлекло. Опять эти числа, я тебе говорю, мы что-то потом с числами точно провтыкаемся. Не могу уйти, нужно найти пирамиду. Понятно. Заперто, наглухо. И чё? Ага. Не, тебе надо так выставить. Ой. Да нет, ты должен выставить эти две одинаковые. Нет, вот. Вот так. Так вот. Теперь стой, посередине. Стой, обратно, посередине. Крути. Вот так, а теперь крути левую. А, не. Хорошо, ну крути левую, давай. Еще. А теперь так крути не, первую. Это же крутится, да, само. И чё? А, может, та железяка открылась, подожди. Понятно. 1.45.
Да я думаю, это сли. Нет, видишь. Там мало, то я думаю, там, наверное, что-то побольше должно быть. Комната Салли. Так, может быть, надо было дальше пройти, может, там что-то открылось. Так не, там не было вот этого замка, магнитофон. А, музыка, наверное, там. Ебой, ебой. О. Опять эта херня долбаная. А ее даже взять нельзя, не могу понять, что за прикол. Подвал. Что-то вау. Подвал стрёмно выглядит. Я думал, не откроется. Опа. О! О, 18:42. Не, это 7. Я думаю, это 7. Что-то не похоже на... Ну, короче, и тот вариант. Ну, короче, да. Ты где? У меня есть бумажка. Я сейчас все запишу. Бумажки. У кого есть бумажки, сахарики? Так, а там было 1:45, да? Да. Что-то, блядь, за числа вообще такие. Обыкновенные, да, слай? Так. Понятно. Опа. Так, блин, а что из этого код? Ну, пока мы все записываем просто. Идем пробуй. Вырубись. Фотография. Ха, нормальные пацаны, да? Ну. И вон там пацан с сиськами, тоже нормальный пацан. Так, что там было? Так, 7:08:42. Бананас. 50:23. Так, ладно. Ты там говорил единичка, да? 18:42. Сука, а что ж там? Что за... Слайк? Я не знаю. Но видишь, сверху 3 крестика. А, может сложить? И типа получится трехзначное число какое-то? Нет. Подожди-ка, что сложить? Ну, плюсы, я думал, сложить. Можешь посчитать? У тебя там калькулятор есть рядом? Или в уме? И что получится? Типа одно число? Ну, ну я давай, думаю... Подожди, давай числа говори. 7842. 7842. 1:45. Ну, 145. Да. 50:23. 13:010. В натуре. Прикинь. Если бы ты не искал за плюсы, я бы не подумал. Ух ты, йод. Это типа ты нашел пирамиду. Я чуть только что, блин, штаны не наложил. В смысле, а он типа вылазить потихоньку начинает? Сал? Ты что, засал? Оживает. О, опять ее. Дикая Кассандра, игривая ты падла. Или как-то там ты поется на мадонна. Опа! Сал, это ты? Что-то нас прикозябило, тебе не кажется? Это я. Тебе едва слышно, почему твой призрак так выглядит? Как такое возможно? Я столько хочу тебе рассказать. Пирамиды. О, одна из них светится. Уже похоже на что-то, о чем писал тот. Дай-ка взгляну. Давайте-ка посмотрим. Немного мозга на тротуаре. И что это такое? Видишь, N это верхняя N, понял? Верхняя это N. А как менять? Не, а они не по очереди нажимаются? А, типа, потом надо комбинация? Это, потом это. А, вэш. Чё это? Вот это, получается?
Или что ты имеешь в виду? Чё это? А чё В, если... Это какая, верхняя? Ну, норд, вест и ист, не? Ну, норд, правильно. Первая ж норд идет. Ну, а потом внизу написано же вест. А при чем тут вест? Вест это вон слева будет, она вест. Пирамида левая это вест. Правая это ест. Верхняя это норд. У нас сейчас верхняя идет, это норд. И что? Ну, я просто... Поместить. Что значит поместить? Видишь, это верхняя. Самая верхняя по рисунку то норд. Значит, по норду и действуем. Нажимаешь вот эту сейчас. Но. Потом правую и нижнюю. И левую и нижнюю. Так. Правую, верхнюю. Опять левую. Левую, левую, да. И правую. Все? Значит, что-то как-то по-другому делается. О, Не. правильно. А как я что-то все равно я не понял, что делать, честно говоря. Да там же по рисункам нарисовано, типа. Ты справился. Справилась, Эш. Ой, я снова здесь. Что ж, пойдем дальше. Ну что ж. Наверное, в эти комнаты надо заходить. Технологии — это надругательство над природой, человечья блажь. Жажда совершенства сведет людей в могилу. Блин, надо было, наверное, не сюда идти, да? Не знаю. А, да, наверное, надо Об обратно. этом история умалкивает. А, теперь в третью, наверное, комнату. Ну да. Ух А, ты. вон четвертая. Я думаю, где же еще третья должна быть пирамида? Пап, когда мама вернется из больницы, думаешь, она узнает меня с новым лицом? Чтоб тебе, Сав, может, не будем начинать? Я просто по ней скучаю. Она мертва. Мертва, черт побери. Мама не вернется. Хороший папа. А как же Натуре. человек с собачьим лицом? Мы это уже обсуждали. Никто мне не верит. Но я видел челопса. Прекращай, Сал. Я выбрал розовый, потому что это мамин любимый цвет. Надеюсь, с ним она меня узнает. Леща ему дал, походу, понял. Я искал это место. Я провел очень много времени в этих лесах, пытаясь найти хоть какие-то доказательства того, что все было на самом деле. Что я не сошел с ума. Совет пошел на разных хрещения, чтобы скрыть это место. Они спрятали его с помощью так называемого скрывающегося заклинания. Конечно, магии они считали науку, которую попросту не понимают. Разумно. Хотя, честно говоря, скучновато. Скучноватое объяснение магии. Ну да ладно. Вы ведь тут тоже кое-что припрятали, да? Здесь находится вторая пирамида. Ух ты ее. Опа. Что пацана поломало, тебе не кажется? Немножко 3D. Или это 2D? И куда идти? Опа, подожди. Пиздец. А что это такое? А фу, это такое? А, ничего не происходит, подожди. Ничего вообще сделать нельзя. Не. Не, ну выглядит О, это все жестко. вон еще какая-то плитка стоит. Так ее надо будет туда отнести, наверное, сейчас понял. Там не хватает же плиты. О. А, подожди, там, наверное, надо. Надо посмотреть, как там, типа. Наверное. Сейчас. Щелкнешь? Да. Сейчас, секунду. Правда, тут... Там кубиков меньше, наверное, может там типа три солнца и три тьмы. Ну давай, я щелкну. И то, и то. Ну я в общую сделал. Ага. Селфи.
Салли селфи. Салли селфи. Элфи. Так, 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 так. О, видишь? Ну ты открыл одну. Да, получается. О, слушай, идет. Я думал, нельзя. Либо сейчас вылезет с экрана, блин. Сейчас найдем. Сколько получается? Три должно быть? О. Что три? А, колебало. Что это значит? Я думаю, там, наверное, какие-то числа опять же. А вон, не там плита лежит, случайно? Не, это ветка. Блин, куда же идти? Может, в этом кратере там лежит? Сейчас, тут полазим еще немножко. Ну, я думаю, тут карта маленькая. Сейчас. Тупо по всем углам пройдемся. О, я же говорил. О, а вот тут? Вот то, что вот там много солнца было. Сай. Ну, хорошо. И давай. Как это объясняется? Ну, белый и черный. Они все белые. Луна? А солнце, наверное, светлое, да? Ну, да. Тогда справа солнце. Вот здесь? Вот тут, да. Так. Переходи на второй ряд. Так. Вот тут солнце. Так. Слева солнце. Так. Спускайся вниз. Ну. Направо. Да. Тут солнце. О. 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 Пушечка. Пушечка заряженная, не стреляет. Что у меня с руками? Так, с жопы, как обычно. О, начинается опять эта херня. Ну, короче, это так и должна стоять. А, нет, это же по-другому. Значит, они отдельно. А первую попробую отдельно. Что там по поводу метода тыка? Да я вот и смотрю, что ты так и делаешь. Блин. Что я делаю? Говорит, методом тык. Блин, ну это моя фишка. Я шарю в этой теме. Сейчас ты будешь мне рассказывать, как, что нажимать, потому что там уже не моя фишка. Зажглась там... еще одна. А, видишь, у него восстанавливается оболочка. Да. Продолжай, Эш, я крепну. Выглядишь ты не очень, Сал. Я разберусь. Давай приведем тебя в норму. Давай. Нормально, у него мышцы подкачаны. Базарь. Так, это вест. Правая. Нижняя. Под справа, право. Ну да. Вот право. Нажимай. Да. Нажимай, нажимай. Ну, ну. Верхняя. Правая. Левая. Опять левая. Верхняя. Правая. Верхняя. И опять верхняя. Нифига себе, он прям реально восстанавливается. Но. Глэк. Так, все, обратно. Четвертая, по идее, да, дверь? Угу. Так что, мы сейчас прям... Я родилась? Готов к первому дню к школе, Салли? Не знаю. Будет весело. Познакомишься с кучей ребят своего возраста. Заведешь массу друзей. А вдруг я им не понравлюсь? Быть такого не может. Ты самый клевый парень на земле. Я? Ну, конечно. Я не хочу от тебя уходить, мамочка. Бояться нечего, любимый. Учителя о тебе позаботятся.
а я буду ждать твоего возвращения. Я тебя люблю, и я люблю тебя больше всего на свете, Салли. Не забывай об этом. Салли, не плачь. Не прослезился. Не прослезился? Прослезился. Опа! Ты на тебя что похож. За Тим Бёртон тут рисовал? Это пещера у озера Виндиго. Мне казалось, что она куда меньше. Перепутали. Не Виндиго, а Виндизель. Очередная иллюзия, сотворенная твоим любимым культом. Ого, господин серьезность изволит шутить? Нет, это я, Джим Джонсон. Ух, ладно, нужно найти последнюю пирамиду. Удачи. Прикольно. А куда идти? В пещеру, типа? Типа. Типа. Ты кидал. Ау. Тала Грей. Эй, притормози, чувак. Я круче, чем выгляжу. Я не побоюсь тебе навалять. Слушай, я не за неприятностями пришел. Я просто ищу то, что потерял. Как и мы все. Что ж, держи руки при себе. Я за тобой слежу. Обещаю, меня зовут Сал Фишер. Тала Грей. Так что ты делаешь в этой пещере, Сал Фишер? Кроме того, что ты подкрадываешься к людям. У меня к тебе тот же вопрос. Не припоминаю, чтобы видел тебя в Нокфоле. У меня тут родственники. Я редко приезжаю, но недавно пропал мой дед. Увы, здесь такое часто случается. Надеюсь, ты его найдешь. Спасибо. Мой дед был без ума от этой пещеры. Рассказывал, что все эти рисунки оставили наши предки. Говорил, что на них изображены предупреждения о голодном чудовище, которое охотится в этих землях. Не видела здесь маленькую металлическую пирамидку? Маленькую пирамидку, говоришь? Это ее ты потерял? Ага. Прости, не видела. Здесь никаких пирамид. А шестиугольников, вращающихся таких. Ты что, напялил маску и пришел сюда искать кучку фигур? Это протез. Что ж, прости, что не помогла с геометрией. Да куда идти-то, я не понимаю. Просто зашел прямо. Я просто ехал прямо. Подожди, а вот тут что-то нарисовано, видишь? Корона, рука и и круг в пирамиде. Может, это что-то значит? О! Только хотел сказать что-то тут. Я просто ехал прямо. А, блин. Что там по поводу тыка? Сайк, как это называется? Ты просто ехал прямо. Ух ты, ё. Что, пацана, нормально. Не знаю, что произошло, но третья пирамидка активирована. Это вернет тебя в жизни? Мой призрак сможет взаимодействовать, но тело нельзя оживить. Ты уверен? Пророчества туманны, но в них предполагается, что ты примешь физическое обличие. Я ни в чем не уверен. Ладно, дай-ка я займусь последней пирамидкой. Да, Слайк, займись, пожалуйста, последней пирамидкой. Левый. Правый. Я уже понял, за что ты говоришь. Верхний. Понял? Да. Вот этот? Неужели, да. Два раза? Да. Все. Ты вырос. Я тебе больше не нужен. Сал? Понял? Черт возьми, это должно было тебя воскресить. Ты в порядке? Больно. У Тодда были еще заметки, но я так и не смогла понять, о чем в них говорится. Мне так жаль, Сал, я снова тебя подвела. Ты заслуживаешь куда больше, куда лучше, чем я. Погоди-ка, я понял, о чем говорится в заметках. Я знаю, что делать.
Сейчас чикнет. Не надо. Я с радостью чик-чирик. Отдам жизнь, если это вернет к жизни тебя. Так я смогу искупить все, что за что-то, да, да. Нет. Спаси их, Сали Крамсали. Надеюсь, мы встретимся вновь. Ё-моё. Фу. Осуждаю. Эш, нет. А, ну типа в нее вселился? Сколько близких ты убьешь, чтобы спасти мир? Останется ли что-то, что стоит спасать? Ларри, ты в порядке? Да, чувак, мне просто что-то в глаз попало. Я же говорил, что этот фильм очень эмоциональный. Это так красиво, надеюсь, в конце они будут вместе. Они заслуживают счастья после всего дерьма, через которое прошли. Ага. Эй, Ларри, а... Как думаешь, кто-нибудь полюбит меня так, как они любят друг друга? Да, кто тебя не полюбит? Не неси чушь, тупица. Ты же Сали Крамсали. Ты идеальный чувак. Можешь бутылку взять. Да, и сесть. Конечно, Нил может к нам... Это уже твои предпочтения. Конечно, Нил может переехать к нам. Честно говоря, я удивлен, что ты не спросил раньше. Его текущий договор аренды почти истек. Я ждал этого момента. Я буду рад видеть его у нас. Уверен, Ларри тоже очень обрадуется. Хотя Ларри, скорее всего, не переедет до следующего года. Точно. Что ж, спасибо. Нил будет рад услышать эту новость. А я буду очень рад снова видеть его рядом. А, это типа все, кто умер. Блин. Что такое, Сал? Я в этом полный профан. Прости, что зря потратил твое время. Тебе не за что извиняться. Мне очень нравится с тобой рисовать. Ты прекрасная художница, Эш, и замечательная учительница. А я никогда не смогу так же классно рисовать. Еще как сможешь. Все, что для этого требуется, практика и решимость. Но только если ты сам этого захочешь. И нужно быть мастером во всем, что делаешь. Что-то мы делаем просто потому, что мы приносит нам удовольствие. Или чтобы провести время с людьми, которые нам нравятся. Наверное, ты права. Мне тоже нравится с тобой рисовать. Даже очень. Рада это слышать. Захочешь порисовать или просто потусить, зови. Ох, ё. Стри. Тупо в кашу всех пере... Да-да. Эшли? Жаль, что ты не видела себя так, как видел тебя я. В моих глазах ты вовсе не была разочарованием. Ты всегда была рядом со мной. Ты дала мне надежду, когда я больше всего в ней нуждался. Даже когда ты увидела, какие ужасные вещи я совершил. Даже когда ты не верила в причины, по которым я должен был это сделать, ты оставалась рядом. За это можно отдать все на свете. Ритуал требует заключительного шага. Овладей силой клинка Осириса. Сейчас придет, походу, херячить весь культ. Понял? О, нормально. Добил, короче, всех. Всех своих кентов реально порешал. Что со мной происходит? Эш, ты меня слышишь? Сал, где ты? Ритуал пробудил силу, которая была во мне скрыта, но я не могу вернуться в этот мир. Ты должна стать моим мечом во тьме. Сила, которую я чувствую, это ты. Да. Ни хрена себе, Сал. Ага, и не говори. О, ты ж, ого. Спасибо, что доверилась мне. Я бы не смог овладеть этой силой сам. Эш, это все благодаря тебе. А теперь надерем пару культистских задниц. Можно маску забрать? Не. Ты что, прикинь, сейчас походу будем решать всех. Борода решает вопрос. Снэпбэк, тату и борода. Да чтоб я пришел в клуб один. Да никогда. Она видит меня и мою бороду, короче. Я даю ей в бороду. И иду по городу. Пацаны, вечер в хату. Почему здесь так пусто?
Я бы тоже бы обосрался, если бы на меня такой Танос шел с такой перчаткой бесконечности. Надо в центральный, я так понимаю, да, в движ попасть? Вход в центральный зал запечатан. Как нам туда попасть? Думаю, я смогу его открыть. Фу, слава богу. Блин. И что делать, Слай? Не знаю. Мурую кое-что приделать? Yes, of course. Опа. О, в эту дверь, которая была закрыта, понял. О, пистелиновый. Пистелиновый. Что это такое? Заметки. Сейф. Ага. О, май гад. О. Повыключал нахрен. Не, видишь, опс, ты включил, так и оставляй. Не, обратно. А. Я понял, твоя система как обычно, да? На шару чисто. Да. Прохавать, подожди, как от чего загорается-то? Ну, вон тебе ж нарисовано. 1, 2, 3, понял? Ты понял или нет? А, пометки ты имеешь, да? Ну да, выстави на верхнюю самую. На самую верхнюю. Нет, нет, тут обратно на третью поставь. Посередине самую верхнюю. Да. И шо? А ну попробуй выключить первый. О! И шо? Что это за хрень? И зачем я это делал? Вот что интересно. Центральный зал должен был открыться. Я понял. Ты рассказываешь. Ну что, пошли решать с пацанами вопрос. Ё-моё! Нормально. А что это такое? Я не понял. Мы ожидали тебя. Что мы натворили? Пришло время, последнее нисхождение. Этой ночью человечество победит Бога. Вы убили их? Как и многих других, нам предначертано быть больше, чем... Заткнись, чертов псих, я тебя прикончу. Я ожидал, что сначала ты так подумаешь. Что подумаешь, мы сейчас тебя... А, надо было его гасануть. Ничего. Сюда. Минус ван. Следующий. Минус ту. За файтинг начался. Да. Пацаны, я что-то не могу взять. Я что, с третьего раза непонятно было, что будет? И что произошло? А, что-то. Тот. Не волнуйся, мы тебя вытащим. Сал, это ты? Опа. Это кто? Гномик. Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? А, это Ларри? А чё он такой старый стал? Когда сгорел домик на дереве, я оказался в пустоте. Ох, чувак, как же долго я там бродил. Очень долго. По тебе заметно, зато борода классная. Хе, ну да. Там было странное дерево с такими типа космическими корнями. Вокруг него собирались всякие создания и поклонялись ему. Они называют его Мать Сущего. До сих не понимаю, как оно помогло мне найти дорогу домой. Кажется, я его видел или чувствовал. Ты с ним связан. Все мы с ним связаны.
Ларри, про Лизу я... Чувак, не нужно слов, я все понимаю. Но я... Все в порядке, серьезно. Иначе бы их души уничтожили. И я рад, что твоя душа не растворилась в пустоте. Пока не растворилась, но тот был прав. По поводу второй смерти души растворяются в пустоте и превращаются в ничто. Звучит жесть как бесповоротно. Но больше я об этом ничего не знаю. Ты знаешь, как спасти Тодда? Думаю, я смогу его вытащить. Удивительно, что он так долго продержался. Он всегда был сильным парнем. Чуть не забыл, я тебе кое-что принес. Нашел ее в пустоте. Оставь Тодда на меня. Тебе нужно сдержать тени. Они начинают просачиваться в наш мир. Хорошо, будь осторожен. И ты тоже. Так что, мы сейчас еще и гитаркой будем? Они пришли. Да блин, они пришли. В рот тебе жопу, красноглазый урод. Что происходит, сука? А, он Опа, стоит. смотри, смотри сейчас. Да. Петарды будут кидать. Петарду кинул. На! Давай, давай, Чуть не давай его. втыкало, сука. Давай, давай, гаси. Да давай, падай. Больной ублюдок придумал О! эту игру. Я тебе не Просто. позволю. Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. И тебя туда же, мудозвон гребаный. Ты знаешь, что не остановишь нас, сын. Сын. Трэвис? Эшли, убирайся отсюда, сейчас же. Все не может так закончиться, мы должны, я должна. Скидыщ. Что такое? Бля. А что за фигня? Авой Дементоров. Я здесь, тот. Держись, дружище. Да что они там березки переключают? А, сейчас мы будем гаситься по тузу. Игра кончена. Четко. Давай. Ту-т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 у. Вот суки, блин, проворные. Все? Шикарно. Та ядрен батон. Сколько я уже сдох за этот короткий промежуток времени. Давай сюда. Первый. Чиназ. Блин, у нее, конечно, клешня нормальная, да? Я думаю, Да, прототип, что ли? она может на прилавке воровать помидоры. Мы бесконечны. Блин, взорвали бы детонатор. Опа-па. Блин, он как не провод, какой-то, ну это, не поворачивание. Сильно, сильно какой-то такой тугой, знаешь, как ты, сладик. Хотел сказать, как ты видел меня. Да ё-моё, ты чё?
такое? Ты насрали в рот тебе коты. Давай. О, я еще и попал по кустам. Да ядрен батон. По кустам попал? По кустам. По кусвам. По кустам, по кустам. Алло, здравствуйте, это Пакистан. Нам нужен 1 килограмм. Ну, следующий. Нападайте. Наконец. На одном пике точеный, на другие хуи дроченые. Сайт, на какой сядешь, на какой мать посадишь? Возьму точеные, посрезаю те штуки. Создатель всего сущего разлагается в наших, нашем нутре. Его сила течет в наших венах. Это авокадо, его косточка авокадо. Я вам не верю. Сломленная душа пытается противостоять неизбежному. Но мы вечны, мы превзошли самого Бога. Вскоре ты станешь един с бесконечностью. Мы последняя ступень развития человечества. Я никогда к вам не примкну. А, надо прятаться. Как оказалось. Я думал, сова. Нет, ты должен стрелять именно когда у него рот открытый. Непосредственно Каха зовут. Мне непосредственно Каха зовут, братан. Блин, эти переключения, конечно, ну по идее это, наверное... А, вот, не. Что эти создатели употребляли? Не, ну они молодцы, все равно. Она как-то прикольно все равно выглядит. Вот тебя насадили. На шампур. На шампур, блин. На шампур. На шампур, да. На шампур. Блин, тяжело им поворачивать, я не понимаю, что он хочет. Да я ж нажимаю, твою мать! Что за бред? Что за бред? Пит. Получил вилкой в глаз. Долго это будет продолжаться? Не знаю. А тут что делать надо? Просто уворачиваться? А может наверх надо? Нет. По всей видимости. А. А чё ж до этого не получилось? Я что-то не понял. Не знаю. Ну я же сдох определенно. Блин, я его зацепил случайно. Ох. Может, 3 одновременно надо убить? А, не, все нормально. Все нормально. Ничего себе. Нормально выглядит.
Так что, мы победили? Хату разнесли, разве что. Тот? Эй, ты в порядке? Ларри? Рада тебя видеть, аж. А, рад тебя видеть, аж. Прикольный прикид. Ты когда успел так постареть? Долго рассказывать. А ты когда успела светяшками обзавестись? Светяшками. Долго рассказывать. Все кончено. Мы справились. Тогда почему я себя так дерьмово чувствую? Ты уверен, что все кончено? Похоже на то. Но я просто... О, бомж какой-то. Тот бомж. Тот, ты жив? Где? Что произошло? Кажется, мы их остановили. Ох, чувак, как я рад, что ты в порядке. Как здорово, что ты вернулся, Тот. Мы все расскажем, только сперва тебя подлатаем. А рассказывать придется много. Ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как много вы для меня значите. Я вас очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что ты смог снова с нами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Все, ты в порядке? Простите, у меня осталось совсем мало времени. Ларри, я не думал, что будет так страшно. Мне бы еще чуточку пожить. Что? Нет, куда он? Он не может снова уйти. Он только что к нам вернулся. Это был Ларри? Ага. Может, мы с ним еще увидимся по ту сторону небытия, если оно существует. Бедный пацан, он сейчас только прожил, похоже, движухи. Продолжение следует? Сай, какого года игра? Это что, все? Какого года игра? Да. Хрен знает. 2001-го, что? Так какого? Какого? Ой, 2021-го. 2001-го, говорю. Не, а ну... что еще там в продолжении можно сделать уже? Ну, я не знаю, сейчас. В потустороннем мире опять все исполнять. Салли Фейс. Когда он вышел-то хоть? Что тут не... 2016 год. Ну, как бы... я думаю, продолжения не будет, судя по всему, что на его еще нету. Так что, ребятки, это был Салли Фейс, мы его добили, мы справились, Славик молодец, ничего не делал, как обычно. Добили, мы его добили. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. Ну а мы прощаемся, всем пока. Всем покедова.